Здравствуйте, друзья! На электрические зубные щетки мы подсели лет 6-7 назад, а с начала 2018 года подсели на экосистемные продукты Socos X3 и O-Clean One. Ссылки на обзоры в описании под видео. И хотя эти обе щетки работают исправно до сих пор, и я думаю, проработают еще долго, меня заинтересовала новая зубная щетка O-Clean X. Ей посвящен сегодняшний обзор. Поставляется щетка в белой коробке из плотного картона, на крышке фотография щетки в натуральную величину. Сразу видно, какая фишка этой щетки. По отсутствию иероглифов можно удостовериться, что перед нами международная версия устройства. Щетка работает с устройствами на Android и iOS с поддержкой Bluetooth 4 и выше. Требования к зарядному устройству 5 Вольт 1 Ампер, емкость встроенного аккумулятора 800 мАч. Щетка плотно вставлена в картонный держатель, повредить при пересылке будет непросто, учитывая еще качественный и плотный картон коробки. Под ней имеется второй этаж с двумя коробочками, на которых контурно изображено их содержимое, а именно зарядный кабель USB, microUSB и многофункциональная магнитная подставка. Блока питания в комплекте не полагается. В нижней части подставки уже наклеен 3M скотч для крепления ее на вертикальной поверхности. На одной из сторон, которая при вертикальном монтаже становится нижней, под резиновой крышкой находится разъем microUSB. Для зарядки используются две пары контактов, которые соединяются с круговыми контактами на щетке, таким образом ее можно устанавливать любой стороной. Подставка является и держателем, который удерживает щетку на весу за счет магнитного соединения. При помощи скотча она крепится к стене, далее щетка просто магнитится к ней и висит. Когда нужно использовать подставку для заряда щетки, она просто снимается со своего основания, которое приклеивается к стене, удерживается тоже магнитом. Щетка выглядит вполне обычно, как для такого класса устройств, кроме одного важного отличия – в глаза бросается экран на корпусе. Цветной сенсорный экран диагональю 0,96 дюйма, размером примерно как у Mi Band 4 и позволяет производить все настройки без смартфона. Под экраном находится единственная кнопка. Сменная головка довольно жесткая, ворсинки расположены таким образом, чтобы максимально увеличить качество чистки, по крайней мере так утверждает производитель. Рекомендованный срок службы одной сменной насадки 3 месяца, в продаже они есть, можно запастись заранее. Если сравнивать с имеющимися у меня умными щетками из экосистемы, я имею в виду только те, которые можно подключать к смартфону, O-Clean X самая компактная. Кстати, сменная насадка от O-Clean One отлично подошла, так что думаю, можно покупать и их, тем более, что они немного дешевле. Еще хочу напомнить, что как O-Clean One держатель на стену в комплекте не идет, его следует докупать отдельно, так что в этом плане сделан шаг вперед. Перейдем к экранам. На главном экране отображается текущее время, дата и часть суток. Свайпом справа налево отображаются текущие настройки, интенсивность, режим и длительность чистки. Свайп по вертикали дает доступ к меню настроек. Первый пункт каждые 30 секунд напоминает о смене зоны чистки. Об этом извещает смена интенсивности вибрации на короткое время. Следующее меню – режим работы, их три – чистка, отбеливание и массаж. Далее идет интенсивность вибрации, выбрать можно от 1 до 32, по умолчанию установлен режим 18. Длительность чистки выбирается от 2 до 3 минут. Для подтверждения выбора нужно нажать на выбранное значение и удерживать палец до подтверждения щеткой. Последнее меню отображает установленную версию прошивки и процент заряда аккумулятора. Хотя при наличии такого экрана приложение особенное не нужно, оно есть и называется O-Clean. Нужно добавить новое устройство, у меня это уже вторая щетка. Приложение найдет щетку и покажет ее MAC-адрес, нужно подтвердить свой выбор. Далее запускается 4-шаговый мастер настройки, который собирает данные о дате рождения, типу зубов, предпочтениям, выбор цвета зубов и на основании этих данных дают рекомендации по выбору режима чистки. Кто хоть раз пробовал электрическую зубную щетку, понимает, насколько чистка ее отличается от обычной. Поначалу даже кажется, что зубы вылетят, но это ощущение быстро проходит. Качество чистки несравнимо лучше, чем обычной щеткой. Очень удобный также таймер и напоминание смены зоны чистки. По окончанию щетка покажет в процентах качество чистки каждой из 4 зон, а в процессе чистки отображается таймер обратного отсчета. Я считаю, что внедрение сенсорного экрана с возможностью ручных настроек – это гораздо более удобная и полезная фишка, чем, например, динамик в версии O-Clean One. Ведь подключать щетку к смартфону теперь по сути нет никакой необходимости.
Вот чего реально не хватает, это возможность удаленных настроек и съема информации через Bluetooth-шлюзы системы Mi Home. Это было бы действительно удобно и полезно. Подводя итог, щетку рекомендую к покупке. Это действительно продуманный, качественный и удобный продукт. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч!